Виктория Витисян и трио «Джаз Вояж», биг-бенд под управлением Льва Бекасова, кавер энд джаз-бенд «Бумеранг», тенор и саксофонист Борис Курганов из США. Исполнители, известные во всем мире, приняли участие в джазовом концерте на набережной. Так в Самаре начали отмечать День города. Кроме плохого, кроме бытового, кроме грустного, есть еще музыка. Музыка, которая дает людям вдохновение, которая позволяет забыть какие-то невзгоды. Просто надо слушать ее и любить. Погода утренняя не предвещала мне ничего приятного, но небесная канцелярия сжалась над нами и подарила нам такой великолепный вечер с великолепными музыкантами. Концерт под открытым небом пришелся по душе не только публике, но и самим исполнителям. По словам дирижера и солиста оркестра имени Лунстрема Максима Пеганова, это привычная практика не только в России, но и за рубежом. И потом самая настоящая акустика именно на улице. Потому что здесь живое звучание инструментов, даже несмотря на то, что они подзвучены, но все-таки вот звук на свежем воздухе совершенно другой, более чистый. А для исполнителей классической музыки уличное выступление скорее исключение, чем правило. В субботу на эту же сцену вышли звезды оперной сцены. Три российских баса – Валерий Гельманов, Федор Тарасов, Андрей Антонов, народный артист СССР Зураб Саткилава, а также Екатерина Лехина, лауреат международных конкурсов и обладательница премии Грэмми, выросшая в Самаре. Исполнители признаются, они очень замерзли, но, несмотря на это, выступали для самарцев с огромным удовольствием. Люди стояли, никто не расходился. И это так приятно нам, артистам. Это безумная поддержка и счастье выступать для такого, для такого слушателя, для такой теплой, отзывчивой публики. Здесь очень тонкая и очень чувствительная публика. Поэтому я счастлив, что такая публика есть. И есть такой город Самара, где так слушают классическую музыку. Все вместе и громче зал. Зураб Саткилава выступлением в Самаре открыл новый сезон и гастрольный тур по России. 78-летний исполнитель в ответ на очередное приглашение мэра Дмитрия Азарова обещал отметить свой 8-й юбилей именно здесь. Какой же потрясающий подарок сегодня нам подарил этот, ну, поистине звездный секстет, если можно так сказать. Какое удовольствие, какую роскошь. Спасибо вам огромное. Давайте еще раз искупаем аплодисменты. В воскресенье празднование Дня города продолжилось концертом звезд российской эстрады. Ни снежная вьюга, ни проливной дождь не могут помешать народной любви к культовой самарской группе «Синяя птица». С праздником город поздравил и Евгений Хафтан, художественный руководитель группы «Браво». А замечательный город, чтобы в этом городе люди любили друг друга, в этом городе было счастье и любовь. Кульминацией праздника стал грандиозный салют.